В прошлом году у Национальной библиотеки появилась возможность разместить электронный каталог через интернет. Теперь база данных библиотеки стала доступна с любого домашнего компьютера, не только в Петрозаводске, но и по всему миру. Наиболее полно в электронном каталоге представлены национальные и краеведческие материалы. Сейчас существует уже 3 страницы на английском языке, на финском и на русском языке. Наиболее обширная русская страница. Здесь у нас базы данных на вепском языке, на карельском языке, редкие книги нашей библиотеки, дореволюционные книги отдела краеведения. Ну, это как главное все-таки предоставление своих собственных ресурсов. В электронном каталоге можно найти все виды документов, книги, статьи из журналов, статьи из газет, постановления, начиная с 92 года. По словам главного библиографа отдела автоматизации Национальной библиотеки Сильвии Ивановой, скоро появится возможность открыть каталоги и других библиотек. Если нам удастся договориться с институтом «Открытое общество», фондом Сороса в этом году совместно с университетом, библиотекой, научной библиотекой университета, библиотекой Академии наук, республиканской юношеской, центральной городской библиотекой, несколькими библиотеками республики, то тогда у нас появится возможность открыть каталоги и других библиотек и пользоваться уже материалами, которые здесь существуют в любом уголке Карелии. Адрес электронного каталога Национальной библиотеки – library.karelia.ru.